Давай. Всем привет, с вами Darkus Play. Идионикс чат. Снова раннер. О да, наконец-то. Да. Какого Так, это прощать? мы на второй карте. Да. Это номер два. Бетонная плита, две запасные части. Так. А, ну да, в гараж. Запасные части ведь в портовую платформу. Ну да. Либо просто платформа. Ну, платформа просто небезопасна. С нее валится все, что не лень. Так, запасные части. Где будете выезжать? Ага, вот они. Станция отрубления. Блин, знаешь, после твоих машин мне Татра кажется улиткой. Но движок поставишь, будет нормально. Коробку нормальную с пятью передачами поставишь, тоже будет нормально. Ну, месяцев через два у тебя будут такие же тачки, как у меня. Если мы пройдем регионы эти все, которые они находятся. Мне вот самому надо последнюю машину достать, потом будет пройти регион, блядь, целый. Который я не прошел. Ну так я могу ведь к тебе по идее подключиться. Так а смысл тебе спалить лишний раз? А, ну да, у меня же она не будет. Да, и как бы легче мне тебе пройти, потом я сам пройду себя. Карьер поедешь? Ну тогда эти запасные части. На карьере там аккуратно, там можно кубарем свалиться. А бетонная плита, ее тоже можно в этот спортовый платформ? Да, только она занимает обе ячейки. Ну вот она-то как раз нужна. Бытовые блоки, ой, бетонные блоки это одна ячейка. Бетонная плита 2. В основном все грузы в игре они 1-2 ячейки. Бывают 3, бывают 4. 5. 5 бывает, да. Бывают 8. А 8. Ну, есть прицеп огромный на 8 ячеек там. Секция ракеты вроде какая-то там. Там доставить на стоянку надо, да. Угу.
Секция ракеты, да, на море там 8 ячеек. Я не знаю, как ее тащить, там дорог нет, блядь. А, то есть ты еще не тащил ее? Ну, я ее пытался тащить, но непонятно, как ее тащить, потому что там прицеп. Ну, вот сейчас я доберусь до гаража, покажу, какой прицеп, если его смогу купить. Что видишь, на Амуре вообще дорог нет. То есть там все узкое, все, блядь, грязное, лед, снег, перемешку, машина не едет никакая. Даже БТР? Ну, БТР едет, только плохо, там снег. Понимаешь, вот там нужно постоянно на лебедке сидеть. Это очень хардкорный регион Амур, это пиздец. И гараж там на карте третий, нужно открывать тоже его, не просто приехать найти, блять, его надо починить. Грузы тащить хер надо откуда. Ну понятно. Ну, очень весело, в общем-то. Ну я так и понял. Весело и долго. Блять, да едь давай, что-то. Блять, я помню этот подъем, это пиздец. Я не помню, на чем я тащил этот грузовик. Сейчас-то, конечно, полегче. Но на чем мы тогда тащили, я не помню, блять. БТРа не было. Этого МАЗа не было. Татра не было. А на чем я? На Пейстаре вроде я его тащил. Я не знаю, сколько это. Не улучшено. Нет, конечно. Ну благо, что там у него движок один. Сразу же мощный идет. Ну греби давай, господи. Мазу-то тяжело, а тут я нам поистарее еще хуячу как-то. На лебедках, наверное. Так я на лебедке тащу. Как бы, вот в чем проблема. Вот по-другому ты не потащишь, ведь только на лебедке. А как мне это сделать? Я вот туда как-то. Сократить, блять, вот как поехать. White Western Star, ты хороший грузовик, у тебя бак 300 литров, давай, ты нам нужен, ты Олегу нужен. Нормальный? Ну, да, получше этих, которые вот стандартные там, у него бак 300 литров. Веска тоже такая, более-менее. Ну, конечно, он стоковый будет, там надо движок и все. Подвеску надо, наверное, будет искать. Так, где дорога, блядь? Вот сюда. Не, ну карьер, конечно, это вообще... Оттуда еще надо будет контейнера вывозить с него. А вообще весело ехать. Там аккуратнее, там можно вот малейшее недочет, все, ты приедешь на бок, ляжешь куда-нибудь, свалишься.
так. Мас, ты что? Ты же везде едешь, почему ты здесь не едешь? Отказывается. Да. Или это тут. А, это тот грузовик дерева уперся. Я понял. Давай. Давай, 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 давай. Western Star, помогай со сломанным движком. Рок уже сломал его. Да, он уже сломанный был. Его же, если я не ошибаюсь, задание состоит в том, что его надо дотащить до гаража и починить. Ну так со всеми машинами, которые находятся, по-моему. Ну да. Нет, какие-то починить на месте надо. А, да. А этот надо оттащить. Какие-то ты чинишь, но они тебе не даются. Mm-hmm. А этот прям прописано, что награду дается вам. Прикольно эти машинки, скауты, ну, которые маленькие, легковушки эвакуировать. Берешь грузовик, ставишь на него эвакуатор, рампу и увозишь. Куда надо. А раньше, блядь, тоже на ребятку вешаешь и потащил, он там кубарем все ломается. Нет, так, конечно, можно сейчас, но для этого добавили эвакуатор, рампу. На все машины, почти на все грузовики. Ходим бесконечно здесь. О, все, даже чинить не пришлось. Можешь забирать. Потом. Так. Валуны. Нужны валуны. Можно туда ехать. Так. Не то доставка, не то поиски, не то. А, да, длинное бревно. Это не то. Это запасные части. Ну, как бы так.
Это еще плюс, что на этих картах, которые первые, они все либо летние, либо зимние. Новая, блядь, карта, это просто пиздец. Допустим, ты выехал с грузом с первой карты, она летняя. Приезжаешь на вторую, она зимняя. А у тебя шины без цепей. А гаража нету, чтобы поменять шины. Едешь вместо асфальта по обочине. Ясно. Когда наоборот, то еще ладно. Цепи на асфальте нормально работают на летних картах. Точнее, никак не работают. Так, что тут надо? Запасные части. Прекрасно, я приехал пустой. Тут поворот мне прям не нравится вообще на этой карьере. Ты сидишь на карьере? Угу. Ну так я доставил только запасные части, вот бетонную плиту юзу. Карьера там этот вывозится. Специальный груз. Несколько точек. Это такой контейнер двухячеечный. Тяжелый. Так, запасные части. Ни хрена у него гуляет прямо подвеска. Ты на чем там? Я сейчас на бандите. Я перевернулся. Вот на бандите туда ехать вообще нельзя. Ну ничего, я тут вторую машину оставил, сейчас приеду. Татра. Вот, даже схватиться-то не может. Как хорошо, знаешь, когда это... Так, заглохни, во-первых. Когда несколько машин рядом. Тебе хорошо хоть оставить их можно, а мне хер. Ну, у меня машины быстрые, я быстро поеду. Так, ой, блядь, твою мать, движок отвалился, ты что? Если повезет, машину тебе открою. Если повезет. Ну, а тут дорога просто наискосок чуть-чуть. Ну, лево-вправо, а если я не бахнусь на бок. Сейчас я валуны расчищу, и вот там машина дальше будет. Повышение. Девятый уровень. Ну вот и моя машинка бандитская. В этом месте постоянно, блядь, ложишься на бок, нахуй. Так.
Как машина. Мне, наверное, надо как-то соединиться. Ага. Так, ладно, а если... Купление машины вообще. А, блядь. Роял, ты что? Как тебе вот такое вот? Эти... Ошибка загрузки. Почему? Да. Ну-ка, если поменьше. Нет, почему? В смысле? Вот, ну, дискордом. А, ну, давай, давай. Блин. Таскаешь. Да вот, таскаю. Мне нравится в этой игре. Если машина тяжелая, где-нибудь в болоте остановишься и будешь медленно уходить под землю. Всеми колесами. Вот я сейчас даже пустой чуть-чуть. Как раз. Так. На бандите что не нравится, у него зад гуляет просто. Она колеса пошире. Там есть арочные шины широченные. Потом они откроются. С ними он немножко устойчивее. Ну вот на бандите притопал, а ты боялся. Боялся. Топливо 2 грузовых контейнера. Давай.
Так, ну-ка, сейчас посмотрим. Тут у него такие есть. Ну вот у меня как раз две машины тут в карьере. Сейчас привезу уж. Давай, давай. Тихо. Кидоны, конечно. А по прямой дорогу можно? Нет. Тебе куда ехать-то надо? Блять. Вот от карьера вон туда, по зигзагам вашим. Ну там есть короткий путь, только с грузом не рекомендую ехать. Там, смотри, сейчас какой я типа... короткий? Смотри, сейчас Митрисская дамба. Поверни карту чуть-чуть, чтобы эти зигзаги были строго на тебя смотрели, как бы. И видишь такие грунтовые дороги, которые поднимаются. Не первая, которая около карьера, а которая чуть дальше, грунтовая дорога. Ты на ней сократишь половину зигзагов. А, вон да вижу. Только на ней надо ехать желательно на понижайке и желательно наготове кнопку F держать. Потому что ты можешь опрокинуться. Ну, у меня тут две машины. Вот. И вот на этой дороге потом направо сворачиваешь и едешь там остальную дорогу. И все. А я сразу так-то и не заметил даже. Ну, надо карту, видишь, повернуть. Если так вот не видно, просто когда стандартно это припрятано. Вот. Ну и спускаться также только тоже на понижайке. Куда ехать-то надо на лесопилку? Сейчас еще придется заправлять по дороге бандита. Благо у меня на Татре есть наверху багажник. Угу. Я пока на Валуте покатаюсь. На четвертой карте тихо. А я знаешь, как могу сделать? Угу. У меня же две машины, я могу одну на прицель взять. Ну, так-то можешь, да. Карьера, конечно, эта дорога, она, как сказать, она неровная, и камни мешают передвигаться. Это да. Мне, наверное, кажется, но Татра вроде бы быстрее бандита.
На данный момент, да. Грузовые, это Давай, 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 давай. Но я сейчас походу Татра и бандита и возьму за шкирку. Ну да, бандит полегче. Пуска. Автомобиль на лебедке сам едет вверх. Но он же с двигателем включенным. Ну да, тогда я включил, чтобы легче было. И рулит сам. Все хорошо, о, блядь, тихо. Да вообще.
потенциал для Шевроле. Рецепт показать, если я его могу купить. Можешь посмотреть на прицеп, там машина будет стоять у гаража. Офигеть, что только не бывает. М? Что только не бывает. В плане. Так, так. Короче, впервые вижу ошибку в сет ритейле. Ни разу не выскакивала. Просто правильно вводишь логин, пароль, он тебе выдает ошибку, что-то там Java, что-то туда-сюда. Ты немного не там поехал-то так-то. Почему? Потому. Ну, как ты и говорил. Я тебе говорю по второй дороге, которая чуть-чуть подальше. Я хочу побыстрее.
Ну. Я тут на двух машинах. Чё переживать-то? Одна упадет, второй по нему. Такое. Не переживай, не переживай. Сегодня там была проблема. Там в одном отделе женщину сделали, ну, она была оператором, ее перевели, она перевелась на должность замначальника. Да. Тут он опасник. И у нее был профиль в программе. В один ТС она нормально все с паролем зашла. А в другую программу при попытке входа в ее профиль пишет: нет прав. Да? Пока так и не поняли, в чем проблема. Так права, может, забрали. Так вот, пароль прислали. С паролем она с этим пытается пойти войти. Нет прав. Может, конечно, еще данные не дошли, но хер его знает. Да вряд ли. Ну слушай, на Татре я доехал отлично. Сейчас тут гляну на Байните. Наверное, перевернется. Он, потому что шаткий весь. Так, так, нет. Нет, слушай. Вот, блин, вот чуть-чуть не хватило. Ну ладно, сейчас я его переверну. Упал? Он чуть менее устойчивый, да? Но у меня на нем как раз кран. Я, наверное, ведь краном смогу поднять. Ну, должен. У Мандита он усиленный. В отличие от других. У Бандита кран способен поднимать и легковые машины даже. Оп, перевернулся. Все, отлично. Так, теперь ты стой. Заглушим мы тебя. Пересесть вот сюда. Ага, не хватает. Окей. Дай. Трудные переговоры. В болоте. Да, кран-то, конечно, у него просто зашибенный. Практически все что угодно может поднять. Ну да. Так легковушки даже если поднимают, что говорить. Хороший кран. Ну а что потяжелее, это уже надо другой кран. Да ёб, ты серьезно что ли, ё-моё? Он издевается. Так, нам же есть, да, здесь. Блин, в грязь тут, конечно, можно зарыться. Там болото просто.
Вот если ты поехал по правильному пути, ты бы не перевернувшись, доехал бы. Тихо. О, бочка. Надо 3 тонны топлива. Ага. Так, ну переворачивайся, угу. Ты уже, ну. О, давай, 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 давай. Вот ведь. Как тебя можно вести? Ну серьезно. Ну пацан, ну. Блин. Охуенно, блядь. Задержки. Тихо. Ну что ты, блядь? Опа, ну-ка, может так перевернется. Хотя фиг его знает. Вот сколько игре лет, да? 2 года уже. Баг в сетевой игре есть такой, один баг интересный. Да, какой? В сетевой игре баг подразумевается в том, что когда я пытаюсь заправиться с верху машины, допустим, баки там, да, с бочки, хуй. Вот нажимаешь заправить, ничего не происходит. Отъезжаешь на метров 50, у тебя полный баг. Ясно. Этому багу уже 2-3 года уже. Ну, как вот игра вышла, 2 года. Охуенно, блядь, просто. Понятно, прикольно, да. То есть оно с задержкой как будто. Не баг, а фича. Да, и работает нормально, только когда ты меня заправишь. То есть хост. То есть я лично сам не могу. Ясно. Так, что мне, блин, делать? Наверное, вот так вот. Едь. Как тут не место, да, это вроде. А, это. Ну да, конечно, прилично. Ну, так как я не смогу заправить и починить этот грузовик, тебе придется самому ехать сюда на эту карту и чинить этот грузовик. Да. Ну, который длинный это грузовик, видел у меня вот. Вот он и есть. 6900 твин. Винстар. Там надо. Чего там надо починить? Так. Починить. Ну там топливо и очков. Этого ремонт много. Так. Ага.
вот и все дела. Да. Бандит, я тебя угою. Опять упал? Он упал третий раз. А если быть точнее, второй раз на том же месте. Ага. Так, сейчас приду. Он, походу, вообще не приспособлен для гор. Он меня только тянет вниз. Ну блин, я его тут кину. Он мне нахрен такой не сдался. Я так участок один просто не могу проехать нормально. Мне так хреново видно. Хотя сам участок, ну такой себе, тут еле проедешь. Ну... Ну и чё ты застрял? Вот, давай двигайся. Так. Я? Так. Оп. Ну, поверни ты. Поверни. А кому? А я себе, сам себе поверни. Говорю. Так. Оп. Ага, конечно. Вот только не... Не переворачивай. О, блин. Татра — это вообще такая вещь. Она чуть не перевернулась, а под опасным углом была. Угу. И она не начала заваливаться. У Татры особенность интересная есть. Что в реальности, что в игре. У нее колеса, если ты мог заметить, у нее все колеса стоят так... Не прямо, как у всех машин, а чуть-чуть они вогнуты внутрь. А, ну это туда. Это вот такая у нее подвеска, то есть ее сложно перевернуть. Такая же подвеска примерно у этого, у Маза, ну, который Zix. Его тоже хер перевернешь. Вот. Есть еще Татра, ну, две Татры еще можно в этой игре найти. Такие большие. Там на регионе Дон они. Mm-hmm. Вот. Ну вот это самая такая. Самая-самая. Ну, у нее лишь только проблема, то что мало модулей. Только там бортовая. Все. А oh, Татра. Yeah. А другая Татра там есть. Ну, она. Более современная, а у нее все модули, там и бочка есть на 1800 литров вроде бы, и платформа, и кран вроде есть. А есть Татра военная, которая, ну, не очень, грубо говоря, Татра Уеникс вроде какая-то там. И нет, Татра Форс. Хуйня, которая нормальная, а Форс охуйня. Ну как, нет, не хуйня, конечно, но... Она не тянет ни хрена, она как эвакуатор используется. Mm-hmm. Вот.
ПТР все-таки вещь. Хотя его чуть-чуть понерфили, но... Нормально, все равно едет. Автономная лебедка только у ПТР есть? Нет, у всех скаутов. Можно поставить на все скауты. На шевика, на скаут, там 800, ну на все, в общем, что называется скаут. БТР же тоже скаут. Ну, да. Очень удобно, допустим, перевернешься, раз можешь себя перевернуть за деревце. На колеса. Поехал дальше. Поеду к бандиту. С бандита на Татру груз переставлю и нафиг. Так, надо бы, кстати, заправиться. Ну, у меня еще 216 литров. Может, хватит всю карту открыть? Может, не хватит. 20 минут езды. Так, кстати, сколько надо? А, ну почти час. Ой, я все время быстро летит, уже час пошел. Нет, ну я заметил так-то, в принципе. Это не как No Man's Sky, тут как-то, ну, заметнее. Ну, здесь игра, да, блядь. Так. Здесь игра неторопливая. Поэтому... Ну, тоже время проходит легко. Для Ford Celta 9000 движок. Ford Celta 9A. Понятно. Хуйня. Ну что вот оно не хочет, блядь, заправлять. Заправился. Вот что за херня, а? С верхнего багажника, вот у меня верхний багажник, нажимаю заправить, нажал на раз 20 заправить, ничего не произошло, начал ехать, заправился там, но на верхнем багажнике топливо не уменьшилось. Охуеть, радуйся, бесконечно можешь заправляться. Угу. Ну и который раз повторяю, наш коп ломает игры. Да не наш, это все время ломалось в копе. Вот этот баг, я не знаю, его не могут поправить. 8 сезонов, обновление на штук 60 вышло, ничего не сделали. Когда-нибудь потом. Фиксят баги, фиксят, блять. Нет, зачем?
Даже ведь... Нет, можно было раньше там погрешить на моды, но ведь у нас сессия без модов. Ну, конечно. Обычно моды игры ломают, а тут, блядь, пустая сессия. Контейнер выкину тупо. Ну тоже довези. Не, я имею в виду типа этот. Он на дороге встал. Я его толкаю машиной, он как, я не знаю, как игрушечный просто. Ну-ка, что тут новое будет? Оп, давай. Бочка. Да, ну чё тебя держит-то? Перевернись обратно тогда, друг. Перевернулась. Ну и оптимайзь. Как так-то? Бандит, видимо, не такой легкий оказался. Ну все, две машины у меня встали. Весело. Ты там далеко? Да я на соседней карте. А, да, я иногда куда-нибудь. Ну, все-таки Татра оказалась не такой уж прям охренеть устойчивой. Ну, ты, наверное, там градус огромный выдал, конечно. Но тут подъемы, видишь. Ну, вот на подъеме. Ну, совсем-то, конечно, невозможно не перевернуться. Но вот жаль, у них автономных нет. Я бы 5 сек и дело готовое. Приедешь, поднимешь. Сейчас приеду, сейчас я доеду до перехода на карту. Это
открою его и в гараж. У меня просто топливо вытекает из бака, блядь, и подвеска у меня сломалась на батарее. На камень налетел. Все, пиздец. Ну понятно. И твердые камни. Вот пиздец, он так он подпрыгивает, ПТР-то. И на камень плюх, и до свидания, все, все запчасти. Колеса в основном и подвеска летает. Ты шевролет открыл. Да, да, шевролет можешь забрать. Продать его. Он такой никчемный, что ли? Ну, так у тебя же есть один. Зачем тебе второй-то? А, это одинаковый, так. Который, да, с первым. Колон. И на прицеп он глянь, да, там прицеп к нему покреплен, этот самый большой. Только не уезжай далеко. Пока топливо не вытекло, все. Едем. До улучшения доедем. Вот. О, вот, вот это охуенное улучшение сейчас я тебе нашел. Коробка вездеход на все машины, которые, ну, в основном есть в игре. У нее пониженные плюс и минус есть придачи. А не просто L. Все на лучше. А L плюс понятно, чтобы быстрее ехать, а L минус для грязи, что ли? Да, когда совсем все плохо, ты можешь потихонечку выехать. Так, сейчас. Что там тебе надо? Где-то там есть. Скорость 5 сантиметров в минуту. Ну да. Блять, ты там, да? Сейчас приеду. Да я тут прям недалеко. Сейчас. Недалеко, ага. Я же из гаража поеду. Смотри, недалеко. Ты мне предлагал по второй. Проехать мимо озера и мимо озера нет, также нет, и дальше. Нет, 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 вот смотри. Вот дорога, которой ты ехал. И вот слева от нее дорога от асфальта к асфальту. Такая же грунтовка. Вот ты где сейчас лежишь? Левее у тебя такой изгиб асфальтовый, и вот эта дорожка. Вот там надо было ехать. Вот если бы там поехал, было бы все нормально. Блин, а тут ты выезжаешь на болото, там потом огромный подъем будет, если ты тут не свернешь, допустим. Я понял. Вот. А я ее даже не видел вообще. Я первую-то еле заметил, эту вообще. Вот я тебе про эту рассказывал. Так, сейчас еду. Проще с гаража. Не-не-не-не, сейчас. Зачем? У тебя там этот пропадет. Груз? Да. А, они уже тут пропадают? Ну, если ты тпхнешься, он исчезнет. Так я в карьере могу взять. Не-не-не, сейчас я приеду. Сейчас быстро. Зачем лишний раз? Сейчас. На полпути. Дольше будет. Скорая помощь выехала.
жаль, тут нельзя смотреть от лица игрока другого. Да. Собрать, привезти. Там легко, там. Они ничего, блядь, ни о чем не весят. Тут буду тут, потом тут спущусь сюда. Сейчас ты поймешь все прелести моего маршрута. Угу. Но они, видимо, специально тут деревьями все заставили, чтобы мы не видели. Либо выбирали длинный путь, либо там как что-то как-то искали короткий путь. Ну, так, конечно, подумать, еще надо как ехать. Это очень... мыслительная игра. Так, у тебя Зикс, он с краном или без? Без. Ага, ну тогда поднимем Татру, бандита. Я с бандита поставлю груз на Татру. У меня бочка тут с топливом большая. Для массы. Боюсь, ты можешь перевернуться там. Очень неудобный спуск, да и подъем тоже. Ну я в объезд поехал. Вот как раз в этом объезде-то и неудобно. С этой стороны еще, ну, более-менее. Кстати, карта не показывает твою бочку почему-то. Ну? Вот смотри, сейчас поворот направо будет, он очень-очень узкий. А я знаю, да. Так. Задом хочешь? Да. Тормоза лучше. Стрел? Нет, не стрел. Так.
очень узкий. Вот камни, блять. Вот куда ты заехал? Да я как-то заехал на Татре-то. Вот, а, вот я как раз на этом моменте и говорю, что она чуть не перевернулась. Пиздец, конечно, ты даешь. Но я могу везде пролезть. Так, камера, повернись-ка. Во что ты уперся, блядь? Не уперся бы этот, не перевернулся бы ты. Не-не, я не перевернусь. Проблема немножко в другом. Упираешься в деревья? Да. Я слишком огромный. Ну, да, есть такое. Да ты по жизни слишком длинный. Еще грузовиков длинных не видел, блять. Это еще маленький грузовичок. Вот на том длинном хер ты сюда приедешь. Который ты потом починишь, он будет твоим. Типа. Так, еще не видно ни хера. Так, от первого лица надо фары вообще подключить нам. Он даже гудеть не может. Почему я съехал в канаву, блять? Так, ладно, не-не, это игра хардкорная, так и должно быть. Лучше повернуться, да. Развернуть-ка, да. Ну, отражает реальность, в принципе. Да жопа, пиздец как, хоть... Понижайка спасает. Правда, в реальности было бы... Еще жестче. Местами проще. Проще? Да. Не знаю. Ты можешь всегда попросить там проезжающего или сам прицепить... Попросить проезжающего на огромный МАЗ подтянуть? Ты издеваешься? МАЗ этот весит тонн 30. Да. Так, а я что, в дереве застрял? Ну, 30 вряд ли, конечно. Поменьше. Ну а с бочкой это вот такое, блядь, все там весь. Ну ты-то это ты-то, я про свои машинки говорю. Ну-ка давай, ага, вот я тебя вижу. Че поднимать сначала, бандита? Или Татру? Да любое, вообще. Давай. Теперь умудрись его поднять. Сейчас умудримся. Так. Теперь. Садись. Вот как ты это, блин, сделал? Бандита. Легко и просто. Садись только, сейчас отъедь на нем. Сейчас. Так, побочка. Мне лучше... Проеду. Вот так. Так, теперь ее. Могу еще отъехать? Не-не-не-не. Ну что? Бум. Оба. Вот это да. Давай, теперь контейнер бери. Я пока тут его оставлю. Ну а у нас единственный путь ехать сюда направо, где я сейчас стою. Налево не проехать с этим контейнером. А направо, ну, на Татре я тебя потащу. Я проехал на Татре тут. О чем ты? Нет, а с грузом-то ты поедешь куда? Так я с грузом здесь и ехал. Это второй груз. Где я спускался? Нет. Вот где я спускался, вот, не надо ехать. Откуда ты приехал? Вот, да. Я туда и ехал. Вот не надо туда ехать.
Сейчас поедем вот тут вот. В объезд. Прицепишься к статре ко мне и поедем. Нифига не вижу. Пойдет. Все, садись в эту сейчас. Все. Разворачиваюсь и поехали за мной. Не-не-не, я направо. Да ты чё, хоть ты не поднимешься там ни хера, ты не лезешь я, там. Я первый груз так и возил, чё ты ему. Ну так ты на бандите ехал, нет? Нет, я на Татре ехал. Ну... Бандит у меня тут остался. Ну ладно, едь. Но лучше было бы по правой ехать части. Но на Татру ты ту коробку, которую я нашел, не поставишь. Да. У Татры улучшенная коробка идет. Там специальная коробка и улучшенная специальная. Вот надо улучшенную специальную искать. Хотя, нет, я могу ошибаться, но проверишь. Но мне кажется, что нет. Ну-ка, сейчас за ТП-хнуть посмотрим. Ну-ка, где-то Татрочка. Татра Форс. Татра Феникс. Где там, блин, сейчас у 13-х? Ну вот я и проехал. Как и до этого. Так, где? Да, улучшена специально. У тебя стоит специально, есть точная регулировка широкого назначения и улучшена специально коробка. На эту Татру я, наверное, точно оставлю, даже если будет машина получше. Ну, пока не будет получше. Когда масс найдешь, будет две хорошие машины. Ну видишь, на этой Татре нужно включать полный привод, выключать. Она на Мазе, на этом Зиксе, постоянка. И баки одинаковые у них.
380 литров? Да. 380 литров, плюс наверху там 120 или 150. У МАЗа... Ну, тут адрес, сколько модулей можно поставить? Раз, два, три, четыре. Платформа, багажник верхний, высокое седло и эвакуатор, рампа. Все. Угу. На МАЗе... Сейчас не продавать. На МАЗе можно поставить тяжелый кран, кран лесопогрузчик, платформу, модуль с кунгом, укороченный модуль лесовоза для коротких бревен, сесть вибратор, бортовая платформа, топливный бак на 1800 литров, высокое седло и запасное колесо. Можешь пахнуть. Много чего, в принципе. Да. Так, ладно, что-нибудь сделать надо еще. Время еще есть. Так. Угу. Есть еще пока. Что мне сделать? Это мне поможет длинный грузовик. Бандите, мне кажется, груз какой-нибудь, особенно если тяжелый, только мешает ему. Ну да. Есть такое. Можешь это взять бандит, на него поставить этот такой оранжевый модуль почкой и с запчастями ремонтными и скататься на этот на болото. Там движ этот стоит длинный грузовик, его починить надо. Заправить. На это, на странное озеро. По заданию старикам тут не место. И будет хороший грузовик тебе в копилку. Так, сейчас посмотрим. Ну, правда, пока полный привод ты на него не найдешь. Он будет так себе. Нахрена маячки включать? Кого? Так, это вообще маячки. Что это вообще такое? Маячки? Да. Это... Да, вот это вот. Лампочка, да. Но я никогда не включал. Тормозов-то, блядь, где нету ни одного тормоза. Они даже, не знаю, просто эстетические. Вот этого плюс этого длинного грузовика. Две бетонные плиты за один раз увезти можно. На изи.
И колеса там у него 63-го диаметра. Ну и расход 30 литров. Так, бандита, говоришь, брать для этого квеста? Ну, да, он проедет, у него этот такой оранжевый бочка. Там 1400 литров топлива и запчасти. По идее, должно хватить. Если не хватит, придет. Ну да, там у него и запчасти, и это. Угу. Тебе самому хватит доехать и починить и заправить. Должно хватить, по крайней мере. Не помню, сколько там у него надо. Ладно, сейчас попробую. Так, какое, говоришь, здание? На, тебе надо ехать на карту Островное озеро. Вот этот переезд, где цементные мешки валяются, там проезжаешь и едешь туда. Дом Тима. Там на Островном озере задание старикам тут не место. А, это другая карта, что ли? Островное озеро, да. Ясно. Тебе туда. Полтора часа. Ну что, полчаса у нас есть так. Успеем, успею их починить, и я успею пару заданий еще сделать. Вот. Нет, сейчас заказ материала. Бетонные плиты перевез, осталось расходники и балк. Карьер.
Так, сейчас погодите, подумаю.
Нет, не в карьер ехать надо. Так, значит, поеду сюда, сюда, сюда. Сюда. Нет. Как мне ехать так? Первый радиус, второй радиус, третий. Дорога. Сейчас я довезу и поеду следом за тобой на всякий случай. С запчастями, потому что сейчас, мне кажется, там больше 200 надо. Так 300 запасных частей-то в этом. А, уже 300? А раньше было 200. Да. Значит, добавили. Тихо. Я себе подпрыгну. Ой, еще. Да, я подпрыгнул. Блять, твою бабушку чуть не перевернулся. Типа она, блять, такая скотина. Что бревно длинное тащить? Вот говорят, за свою временную помощь так держать. Так. Прокачусь. Так. Ну, у меня тут маршрут, конечно, такой себе. Это да. Того стоит, эта машинка-то спасет. Ну нет, там полный привод, он где-то на юг, они вроде лежит, или надо смотреть, где он лежит.
дерево зацепиться. Ты перевернулся? Нет. Сейчас я еду за 10. Я тут прям закапываюсь просто. Сейчас я еду. Ты не выберешься. Ну тут сантиметр в минуту. Надо было правее брать походу. Ну и ну или хотя тут вообще без разницы. Ты через воду прибираешься, да? Ну, да. Ну там да, там вязко. Да я вот тут стрял, как раз. А, ну-ка, кстати. Может это тоже. Блин, вот чуть-чуть прям не хватает до дерева. А, ты вижу что? Тебя. Да, за тебя. Ну вот, как видишь, я тут стрял немножечко прям. Вижу. Хотя я уже выбираюсь. Я даже не заметил препятствий никаких. Еще бы, если бы у меня бандит был прокачан, конечно. У тебя шины-то какие там, хоть какие-нибудь внедорожные или хотя бы? Ну, от грязи, как стандартные, я их не вижу. От грязи отлично, по где там, по бездороге там, или как называется, такая. Хорошо. Хорошо, да. На бандит эта коробка встанет, которую я нашел там, это снегоход. Она Пейстар она встанет без проблем. Ну на все остальные грузовики типа Пейстара. На GMC она встанет. А вот на Зикс, на Татру, на подобные, на Камазы там улучшена специально. Нужна. Да, сейчас я походу тут стряну вообще, нужно отъехать. Ну вот прям по грязи хреново едет бандит. Ну, с арочными колесами ты почувствуешь. С такими огромными колесами. Почувствуешь мощь бандита. Ныряй. Yeah. Сейчас я тебя вытащу. Наносится урон водой. Тихо. Заглуши, заглуши двигатель. Сейчас я тебя подцеплю, только ты заглуши. У тебя шноркеля нету, что ли? Давай,
куда-то налево поехать? Да. А. Вот короткий путь. Ага. Обычно короткий путь должен быть хуже, чем основной. Не в этом случае. Действительно. Ну, сразу направо. Сейчас я обозначу путь. А, вон он, понял. Ну да, промотал. Куда ты уехал-то? Говорю, сразу же направо. За мной. Ах, вон он, чё. Ускакал. Там ты не проедешь. Нет, ну я типа направо-то и ехал, но, видимо, я чуть-чуть проехал дальше просто, чем... Надо было сразу же вот никуда не двигаться, как ты заспавнился, так сразу же направо. Другого поворота направо и не видел сразу же. Понятно. Там просто мостов пока нет. То не проехать. Это длиннющая болотная карта, пизданешь что-то. На виде гаража нету. А, вон оно что. Ну я понял, почему я направо сразу не поехал, потому что тут мы появляемся дальше. Ну я же тебе сказал, появишься сразу же направо. Ну ты блин, вот... понял неправильно, ладно. Вот, не зря я поехал. Нужно 760 ремонтных очков. Ну, 600. И 360 топлива. А топлива в достатке. Очень не еду. Ой, зря, здесь лучше по дороге ехать. Обочина там такая мягкая, что... Я понял. Давай, заправляй. А, ты что, не приехал? Я понял. О чем ты? Тороплюсь ситуацию, я понял. Ты вообще пропал просто. Я уж его починил тут. В один миг ты просто из виду пропал у меня, и все. Вот. Я же забыл, что техники-то нет.
Тебя красотуля ждет. Длинная красотуля. Без полного привода, которая хер знает где лежит. Ну зато с четырьмя ячейками груза. Ой, блядь, зря ты свернул. Я понял, о чем ты говорил. Так, поручение. Так, нет, стоп. Следить, нажимай за него и чини. Так, В. О, чини, заправляй. Заправить. Заправить. Все, забирай грузовик. Зачем я в гараж достаточно, хотя ну да, в гараж, хотя нет, я наверное поеду разведу вышку 2. Пока можешь продать его. Продать? Да. Ну, если не хочешь продавать, можешь просто в гараже его оставить. Ты посмотри, на какой карте полный привод у него лежит. Через понять. Ну, в Кёнинг зайди. Найди полный привод. Ты посмотри. Нажимаешь на полный привод. И там написано даже, где он находится. Либо на Амуре, либо на Юконе он. Кольский полуостров. А, на Кольском, блядь, даже. Ну, пиздец. Пиздец. Не скоро. Не скоро мы туда попадем, на Кольский. А на второй карте, значит, лежит. Давай хуй попадешь. Ну, ты пока его можешь продать при желании. Ну, денежка свободная будет, потом купишь его обратно. Его надо... А, еще высокая подвеска, посмотри, где у него. Чтобы поставить эти шины 63-го диаметра. Высокую подвеску, так, глянь, на нем. Олег. Высокая подвеска, так, она Аляска. А нет, на Аляску еще нормально. Ладно, на Аляске нормально еще. Вот Кольский проблема. А что там? Ну, нет дорог? Вообще нет дорог. И снег со льдом. Очень веселый регион.
там военная техника, ну там такая, как бы, она, ну, грубо говоря, археологией заниматься нам там. Так вот скажу, не буду спойлерить. Там всякие обломки самолета. Так, ну бандита я забираю, на этой карте-то, наверное, не нужен. Да, забираю его себе. Сейчас я исследую две вышки. Как раз таки топливо сжечь. Так, это у нас тут это. Осталось в этом регионе забрать одну машину еще. Тоже ее продать. Халявные 150 тысяч вроде она стоит. Да, ну туда тоже надо мосты строить. И все, в этом регионе с машинами все будет. А мне сейчас шноркель никакой не доступен. Что там уровень? Они оба только с 14-го. А, ну. Ну, у меня 9 еще. Дождемся 9. Еще уровней. Так. Вышка тут. А если топлива мне хватит, я, может, еще доеду до той машины. Этот длинный грузовик, он, конечно, с полным приводом, на 63-х шинах, с нормальным движком. Ну, конечно, в бездорожье на нем, таком, на плоском бездорожье можно выехать. Потому что у него колеса, вот эти 63-е, они... Все, показатель отлично-отлично. По грязи и по бездорожью. У него минус, это с грузом расход 30-ник. Ну, бак 360 литров. Это плюс. Я, кстати, не понял. У него ОХС-1 и ОХС-2, 63-е, они ничем не отличаются вообще. Ну, только этим, как его, протектором? Ну, он-то вряд ли влияет, походу. Ну, это чисто визуально. Может ставить любые абсолютно. Ну, какие по внешке нравятся, такие ставишь. Главное, чтобы был показатель там, блять. А на бандита... На бандита арочные колеса, блядь. Большие, которые широченные. 63-е, они в грязи хорошо. И не только на бездорожье отлично. Которые смотришь? С цепями? Нет, ОХС. Я этот... Еще этого открыл. Western Star. Нет, нет, там еще шины есть. Отлично, отлично, у них должно быть. Которая для бездорожья. Бандит. Арочные, которые имеешь. Ну, да. Ты увидишь, они огромные. Но у него все 51-е. Не-не-не. Не вот такие, как вот обычные, как будто у тебя. А есть еще такие огромные, толстые. А-а-а. Вот их надо вот ставить. Для бездорожья. Отлично, да, да, да. На трассе плохо. Ну, на трассе не важно. Вот, вот эти вот колеса на бандит надо ставить, он будет поустойчивее. Немножко. И такие же колеса для бездорожья на Western Star ставятся. 63-го. Они тоже отлично, отлично. Нужен 12 уровень. Мне еще буквально 3360 опыта. Ну, быстро. Пара, тройка, по 2 часа. Быстрее. Там, в этой вышке я не заеду никак, а нам БТР ехать. Сейчас я до машины доеду.
Давай почти ровно 2 часа. Угу. За еще минут 5 мне доехать до туда. Может побольше. Машина на острове Драман стоит там. Там тоже на острове Драмат машины стоит. Она без полного привода. Но полного привода на нее вообще нет. Пацифик P16 вроде, P12. Там то ли 150 тысяч, то ли 170 тысяч стоит. Ты вышку хочешь открыть? Нет, я еду дальше. До нее я не доеду на этой машине. Там она в лесу стоит. А БТР нужен или что-то поменьше. Сейчас я на соседнюю карту съезжу. Как раз мне 200 литров вот хватит. Так, сюда, сюда. Сюда. Дорог, конечно, нет, тут тоже здесь. Оно видно и по карте. Ну да. И мосты все сломаны, и так. Прямо. Ничем хочешь открыть? Не, не дальше. Слегка дальше. Мост. Так, тут мы не проедем, так надо в объезд. Дачки. Мне надо вот где вышка, там по этой части ехать. Там машина стоит. Тебе. Нормально, что ли? Или дорогая? Не-не-не, ее на продажу. Говорю, 150 тысяч или 170 тысяч по дауну. Она ни о чем абсолютно. Она большая, но она ни о чем. У нее из модулей только сцепка. И все. Не, ну вообще по сюжетке на ней надо тащить огромный прицеп, но это невозможно, она не доедет никогда в жизни. Тихо. Заправка. Дорога провели. Да, я помню. Сейчас заправку открою. Заправку и бочку огромную. Так. Так.
пушка и машинка чуть-чуть дальше. Вон она там стоит. В серой зоне. Ее даже видно чуть-чуть. Там, где задание, люди и мосты, вот туда вот. Так, ладно, на мост. Буду так. Ага, береза не сломалась, спасибо. Неломаемая береза, ты можешь по карте посмотреть. Так она маленькая была, она не сломалась. Значит, скорость не набрал. Может быть. Налево. Угу. Активирую задание, это нафиг. Чтоб потом не бегать за ним. Не ездить. А, чего? Зачем я так стал-то резко? А, пенечек, понятно. Пеньки наши старые добрые друзья. Угу. Это точно. Так, бери. Такой габаритный. Ну так и без полного привода. Но он выглядит немножечко серьезно. От первого Давай лица посмотрел. У него кабина чуть-чуть левее от этого, то есть как ты сидишь чуть-чуть это неправильно. Да, ну да. Вот. По кузову, ну. Порту вон эта хуевина огромная опять стоит. Что там? Перекошенная машина просто. Да, да, да. Вот на этой машине вообще по задумке разработчиков надо тащить ту хуевину, которую ты тащил на Татре на остров, ты помнишь? А в реальности машина такая же? Машина такая же, да. Вот эти машины лицензированы, то есть они такие, как и есть. Можно вбить в интернете. Пацифик какой там? Офигенно, блядь, я что-то вижу. Pacific P16. Не, ну машинка так-то уверенная. Ее, ну, довольно трудно перевернуть. Ты посмотри, что он же в реальной жизни таскает. Просто глянь, это пиздец. А, нифига себе. Да уж. Ну там натурально, он выглядит так же абсолютно. Так, сейчас я куюсь. Всего два модуля. Высокое седло, передний распуск. Отлично. Как ну раз да. Для деревьев. Да, да. Только без полного привода нахер он упал. Абсолютно вообще. Тут что за машина?
А, это все. Все осталось. Вот сколько у нас еще? Мы что здесь? Шины одни единственные внедорожные. Угу. Ну, он бесполезен. Восстановление лэп. Ну, еще контрактов немного осталось. И поручение на каждой карте осталось сделать. И все. С Мичиганом покончено. Можно будет идти в снег. Ну нет, еще много заданий. До хера еще заданий делать. Карт еще дофига. Ну-ка посмотрим. Что 140 700 стоит. Ну, 150 тысяч. У меня-то есть вот еще его брат. Есть же, да? Pacific 512. Он такой же, только он получше. Но он поменьше. А есть еще, я не помню, есть? Есть его брат. Вот он. P12 посидит. Вот, P12. Вот на него сейчас прыгни. Он около гаража стоит. 126 600 стоит. Угу. Залезь в Pacific, посмотри отличия по езде. У него постоянный дифференциал, полный привод подрубается, он длинный, у него бочка огромная. У него бортовая платформа на три ячейки. Но он уже прямой, по крайней мере. Он получше, да. Вот у него три ячейки там. Этого груза можно возить на нем, но он в грязи, ну, если застрянет, у него мощности двигателя все не хватает. Даже если при мощном двигателе, все равно не хватает мощности двигателя. Ясно, понятно. Ну-ка. Да, у него. Вот у него вот в этом вот ремонтном модуле 2000 литров и 350 деталей, 6 колес. Mm-hmm. У него большой эвакуатор. Это. И еще ремонтный модуль. А, не, у него отобрали, что ли, эту трех-то? Давайте у него отобрали. А, у него средний модуль лесовоза появился. Можно средний бревна возить на нем. Pacific P512PF. Во-во-во. Вот он получше. Он поменьше. У него тоже полного привода нет. Нужно исследовать мир какой-то. А он находится на Висконсине. По заданию дается. Про новую Татру ты говорил. Татра Форс. Да, Татра Форс и Татра Фуеникс. Они обе стоят. Ну вот Татра Форс может проехаться на ней. Вот она, ну, такая вялая. Это она топовая вот. Стоит он это. Около гаража. Феникс. Ага. Феникс. Ну, Феникс лучше, да. Получше Феникс. Вездеход вообще. Да. Полный привод есть, дифференциал возможно. Ха. Ну, Татра Форс, вот. Сядь на нее, посмотри, как она выглядит. У нее кабина очень такая, прям из первого лица охеренная. Плюс она низенькая, но она еле плетется. Ну, типа, по сравнению с той Татрой, она не очень. Но у нее задние колеса доруливают еще. Вроде бы. Нет, у Хуеникса. Феникс, наверное. Не, у Феникса. У этой она прямые. Ну, что у Феникса, да. А, нет, ну почему тут первые четыре вот эти передние колеса, они поворачиваются?
Ну, на твоей Т3 тоже так же поворачивается. Вот, а Феникс, сейчас я тебе Феникс выкачу. Где Феникс? Феникс. Сейчас Феникс будет так. Феникс, иди сюда. Вот Феникс. Феникса модулей тоже мало. Портовая платформа, кран, бочка и все. Вот Феникс. Да, задние колеса поворачиваются. Шесть нормальных машин есть. Катерпиллар не очень, может быть. Форд, Буханка, Тайга, но Тайга далеко еще на Таймыре. Этот. А вот Феникс довольно-таки быстрый. Ну да. Вот тоже машина на Висконсине. Вот это вот. Сейчас. Прыгни в этот. В Paystar 5600TS. Он как КамАЗ тот, который длинный, только американский. Ага. Ну, поворотливый довольно-таки. Подвеска вроде меняются режимы. Не помню, может и не меняется. Ну-ка, просмотр. Подвеска. Нет, только высокая все. По модулям тоже много модулей всяких. Эвакуатор, рампа, бортовая. Можно на него поставить этот модуль с кунгом и с цепку. Ой, седло низкое. То есть он будет одновременно и тягач, и ремонтный. Вот так вот на него можно бахнуть. Его. Но бак у него. Бак у него маленький. Понимаю. Попробуй сесть на этого Пейстара. Угу. Погуди. Это пук. Он пукает, я бы. А? Пук, да. Пук. Пук. Что еще грузовиков-то хороших есть? Вот КамАЗы, КамАЗы, да. Азов 73-210, Дан. Да, все, уже надо заканчивать. Интернешнл, ша-ша-ша. Колобы вот хороши оба. Вилочный погрузчик даже с полным приводом. Катерпиллар? Да. Чё? Прыгни, посмотри, что это такое. Ну это с этого, с Юкона. Там нужно бытовки. Их просто не получится, эти бытовки, просто взять, довести и скинуть, просто доставить. Хер, там надо будет с грузовика этим погрузчиком снимать и ставить в специальное место. 45 раз. Ага. То есть он там через shift управляется этим вилкой-то. То есть можно одновременно ездить и вверх-вниз. Ага, я вот так вот и делаю, в принципе. Правда, если одновременно ты ездишь на нем, то он вытягивается. Ну да.
Что, есть машина? Сейчас. Сложно назвать машиной. Она тягач тяжелого неполного привода. Нет, тоже. Caterpillar 770G, он тоже по заданию. А есть Caterpillar 745C, он такой тягач, у него там бочка есть. Ну, машин много, очень много разных машин. Ладно, давай заканчивать. Сейчас. Давай в гараж прыгай. Угу, прыгаю. Так, давай, гараж, выйдись. О, блин. О. Ну, 220 тысяч неплохо, неплохо. Да чётненько. Что-нибудь купишь потом? Ну, потом, если что понадобится. А, кстати, сколько БТР-то стоит? Хрен ты БТР купишь. Его найти надо. Его вообще в магазине? Его надо найти. И, чтобы его купить, его надо сначала найти. Потом, да. Для доступа нужно исследовать мир. Да. А так, он сейчас скажу, сколько он стоит. Вот при продаже, ну, он слушай, стоит... у него почти все есть. 170 тысяч. На максимум. Ну смотри, когда ты его найдешь, тебе его покупать не придется. Логично. Ну, понятное дело. А так, если бы можно было, я бы уже сейчас купил его. Ну да. Он да, вообще в жопе мира находится. На этом Таймыре. Татарин. Там на Таймыре вот он, потом тайга. Улучшенная специальная на Аляске. Вот, надо на Аляску потом будет херачить. Только один тип колес. Лебедка автономная. Модель, верхний багажник и все. Yes. Вот разведчик. На Аляске машин. Найдем Хаммер на Аляске. Скаут. НК-38. На горной реке не помню, какая-то тоже машина была вроде. Вот, на Таймыре. Тайга на Таймыре. Броневик. На Таймыре еще какая-то тачка есть. На Кольском полуострове ГАЗ-66. На Кольском полуострове что-то еще из машин было, помню. На Юконе машин тоже две штуки, на Висконсине две машины, на Амуре МАЗ. Да слушай, есть. Получается, БТР-то этот, он, у него больше всех из скаутов бака. Потому что тут максимум 140, я видел. Да, а у него самый большой бак. И наверху 120 еще. Да, и самые лучшие характеристики у него. Угу. Ну, а чтобы его получить, надо добраться в самую жопу. Я в следующей серии готов, в принципе, попробовать. Да? Ну, можно, да. Можно будет перепрыгнуть на этот, на Таймыр. За БТРом. Знаешь, ну, надо будет проехать через на Таймыр. Кстати, можешь сейчас прям переключиться на Таймыр. Да, ну ладно, давай так, Таймыр. На болото и прям в гараж прыгай сейчас нас. 15 секунд и кинет. Гараж, ага. Так, все, вы с участниками переместитесь, да. Там через Таймыр, что ли, как-то надо ехать или чего? Сейчас, сейчас покажу. Расскажу. Вот у нас... Карта это огромная тоже первая.
Болото, да. Болото. Нам надо будет по болотам ехать через карьер и ехать на Зимнегорск в другой конец карты. То есть это огромный путь. Вот. Зимнегорск. Окей. Ну, понятно, понятно, Там да. он... Я найду по памяти, там я помню, где он в лесу стоит. Вот. И можно будет тайгу починить. Она на этой карте на болотах стоит. Прямо из гаража выезжаешь налево. Вот ее видно даже, она вон стоит. На границе с чернотой. Там ее починить надо будет. Ну, а так, карта большая, тут асфальтовая дорога идет, а в сторонах там асфальта нету. Ну и в Ну, основном приоритеты здесь идет задание на доски, на бревна. Такое вот разведочные всякие задания. Вот. Ну, заберем этот БТР и на Мичиген обратно прыгнем. Доделывать. да, главное не забыть в следующий раз. Так, ну ладно, мы на этот раз закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы ждем комментариев и лайков обязательно. Ну, всем пока. Пока.